С Новым годом, друзья! Всем привет! С 1 января! Друзьяшки, друзьяшки, поздравляшки! 1 января, Новый год! Ой, господи, тяжело! Как вы провели, как вы встретили Новый год? Напишите в комментариях. Я вот, вы видите, только еще в порядок себя не привел, такой вот, видишь, о, но я уже просыпался, уже все хорошо, блин, ну вот на голове, конечно, только вот, говорю, что только проснулся, сейчас, оп, ну, короче, ребзи, я на самом деле на 1 января хотел сделать новый проект, вот так, бам, стартануть сразу и красиво нестись вперед, но сегодня перебила тема ролика. Я не ожидал, что на 1 января в БС-ке кое-что добавят. А, добавили новые пассивки на новых персонажей. Это Бия и Макс. А, на Бию новая пассивочка... Значит, Бия избежит неминуемой гибели с одним очком здоровья, получив на микщит, сила станет доступна снова, если Бия падает... пойдет в бою. Ну, то есть мы видели эту пассивку, я записывал био против всех персонажей, а вот где-то подсказка будет, можете посмотреть, против всех бравлеров. И вот она, короче, с этой пассивкой вынесла, я не знаю, приблизительно скажу цифры, это не точная цифра, но 60-70% бравлеров. Из них такие бойцы, как Шелли, Шелли ближник в бою проиграл Би с этой пассивкой. Мы проверим сейчас, как она на практике будет. И вторая пассивка на Макса. Макс перезаряжает оружие быстрее, если находится в движении. Ой, стоп, я извиняюсь. А, да, это она. Вот, одна пассивка у меня продается в магазе, а вторую надо будет сейчас подзадонатить. Поэтому смотрите. Смотрите, нет? Где ты, родная? Вот она. Поэтому лайк, подписочка. Всех с Новым годом. Напишите, как у вас настроение, как у вас самочувствие, где вы встречали, где праздновали, где сейчас находитесь. Вот, это все напишите. А, у меня тут немножко микрофон балованный. Я посмотрел свои видосы, он такой... принимает, короче, нормально так звук и бывает отдает жестко. Нету поп-фильтра, поэтому я буду подальше от него, чтобы вас не глушить. Короче, давайте, знаете, как сделаем? Аккуратненько. Включим меня на весь экран. Папа задонатит. Папа, это я. $5. $5. Подрубаем обратно видео. Обратно ставим лайк. А, покупка завершилась. И давайте, ребятки, чтобы с этого сундука дропнулась пассивка. Главное не на Би, потому что на Би она продается в магазине. Я что-то поспешил. Оп, и 6 предметов. Ага. А, ну окей. Покупаем первую пассивку. Трень. Есть. А, звездная пассивка на Би. Далее открываем мега ящик. И нифига. Я даже не знаю, сколько задонатить. Ладно, давайте пооткрываем сундучки. Надеюсь, что дропнется пассивка. В надежде на то, что она дропнется. Давайте один мега ящик откроем. Оп, и пожалуйста, неа. Я хочу именно две пассивки выбить. Я не хочу с одной играть, я хочу проверить сразу обе. Потому что смысл с одной играть. Только я вот не знаю, что по... Блин, донатить ради одной пассивки куча денег, так не хочется. Ну, блин, я могу сейчас задонатить, она в любом случае выпадет. Ну, камон, знать бы сумму. Смотрите, мы потратили все. У нас еще 16 боксов. Просто она в любом случае появится в магазине за 2000 золота. А я могу сейчас потратить кучу денег и выбить ее. Блин, как меня бесит вот это во. Вот это во, блин. Вот это во. Волос только на голове. А шо, куда музыка исчезла? А, вот она. Ой. Новый год. 9 бойцов. Ой, 9 ящиков, пожалуйста, дай нам пассивку, чтобы я не донатил больше сегодня. Наля, не выпадает. 4 сундука. 3, 2 и 1. Да твою ж мать. Ты что, мне донатить опять придется?
Знать бы сколько, вот. Да иди гуляй. 360 гемов не хватит, скорее всего. Ладно, ребят, ради вас, чтобы вот вы посмотрели сразу на две пассивки. Надеюсь, хватит денег. Просто, ребят, просто. Просто 950 гемов ради одной пассивки. Это очень невыгодно. Пожалуйста, поддержите лайкосом. Буду открывать, наверное, мегаящики, чтобы сразу ее увидеть. Сейчас представляете, с первого сундука дропается. Как назло. Задонатил больше, чем надо. С одной стороны, я буду рад, что меньше гемов потрачу. А с другой стороны, будет обидно, что я так много задонатил. А будет еще обиднее, если они вообще не выпадет. А у меня больше возможностей нету. Я вот это все, что есть на карте на 1 января осталось. Вот это последнее. Все закинул на последнюю пассивку. Вот так вот. Ля, не падает, ля. Осталось 400 гемов. Что происходит вообще? В смысле? 950 гемов, нету пассивки. Вы серьезно сейчас? Погодите, это без шуток? Вы сейчас, сука, что делаете? Разработчики, вы там что? У вас праздник затянулся или что? Вы не понимаете, что 950 гемов я трачу ради одной пассивки, которая мне выпадет рано или поздно в магазине? Где она? А? Где она? Не, ну осталось 3 сундучка, либо 1 мегаящик. Я, наверное, 3 сундучка открою. Пожалуйста. Я вас умоляю, пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Я очень хочу эту пассивку. Я умоляю. Секундочку. Сейчас попробую. Нормально. Порешаем. Нормально. Все хорошо. Все нормально. Да, нормально. Да, иди сюда. Фух, не, ну слушайте, было бы нелогично завершать ролик именно с таким концом. Ну поехали, что у нас тут? Я даже не знаю, роботы какие-то на новой карте, поехали. Проверим сейчас пассивку на Бия, а потом проверим пассивку на Максе. Жесть. Это когда голову с утра помоешь, так. У меня вот в катке лагает игра, видите, да? Как сундуки открывал, нормально было, а сейчас лагает игра. Так. Робот, убегаем. Ну не, ну не лагай, брат. Блин, промазал. Так, есть. Но суть в том, что у меня один хп... Блин, лагает. Лагает. Вот тебе и на. Вот тебе и приехали. Не пойму просто, что не так с головой. Так. Я бы хотел забрать этого робота. А ну попробуем замедлить. 1400, еще одна тычка. Есть. Так, смотрите. Сейчас я, короче, я выживаю. Перебегаю. И у меня, если останется 1 хп, я все равно выживу. Оп, смотрите. Оп, 1 хп, я выживаю. Ля, смотри, я живой. Блин, если бы не лагало, было бы шикарно. А так лагает. Слушайте, а мне интересно, этот 1 хп появляется всегда или один раз за поединок, как одна жизнь убита? Ну, невозможно играть с этими лагами. Ну, пассивка у меня есть. Это хорошо, что я ее получил. Но я в любом бы случае ее получил. Так, бэм, иди гуляй. Давайте проверим. Ладно, на Би я пассивку знаю. Потом распробуем. Мне интересно на Макса. Насколько у него эффективная... Пассивочка, он перезаряжается быстрее в движении. Давайте посмотрим. Да блин, ну почему, когда открываешь сундуки нормально, когда идешь в катку, вот такое? Это сервера или у меня интернет, ребят? У вас лагает сейчас на 1 января или что происходит? Так, я пока не понимаю,
Happy you, yeah. Слушайте, это непорядок, с таким интернетом играть. Давайте еще одну каточку. Я думаю, что это сервера. Я надеюсь на это. Что это такое? Сюда. Поехали играть снова, я нажал. Полчаса назад. Но у меня игра зависла. О. Да ёб... Мать, что происходит? Чё так под конец начинает лагать? Ля. Ля. Я даже не могу протестить новую пассивку. У кого жиза вот такая вот игра, поставьте лайк. Не, ну у меня на самом деле такое редко происходит. Ну, то есть я в основном играю нормально, без лагов. Но вот сейчас вы видите игру мою. Не, вот то, что на экране, то и у меня на планшете. То есть нет такого, что у вас лагает, а у меня нет. О, отлагало. Ну, я не понимаю, что... У него, типа, патроны перезаряжаются быстрее. Ну, такое. Если честно, пассивка не очень. Вот убей, прикольная пассивка. Ну, представляете, один хп остается. И хрен убьешь. Там еще бабл на какое-то время. Так, давайте отхилимся. Давайте топ-1 с лагами займем. Ребят, у вас лагает игра или не лагает? Напишите. Что делать, чтобы не лагало? Я знаю, что люди какие-то VPN используют, какие-то, ну, по-любому есть уже решение. А, да? Или нету? Ну, типа, прикольно. Играть на самом быстром персонаже максимально медленно. Ля, ля, вот я не пойму. Я сейчас вот... Вот он у меня пытается добить, а я там мансю как могу. Не могу! Я играть с такими фризами и пингами. Офигеть. С банок. А, короче, тут даже к гадалке ходить не надо. В принципе, я и так предполагаю. Пассивка на Макса слабенькая. Пассивка на Би интересная. Я думаю, что применение можно найти в разных режимах. Но, опять же, надо поиграть нормально с нормальным интернетом. Но это будет чуть-чуть попозже. Я не знаю, ребят. Я хочу новый проект запустить. Но, блин, видите, как интернет. Может, он под вечер такой плохой. Может, утром будет нормально. Надо, блин... С утра записывать, короче. Ну, я вообще пожеванный такой. 1 января, что вы хотели, блин. А я, на самом деле, не планировал сегодня выходить в эфир и записывать ролик. Типа, думал проект стартануть уже со 2 или с 3 января, когда уже буду пободрее. Но, видите, разработчики, короче, решили, что пора сегодня выпускать новые пассивки на новых персонажей. И надо, чтобы вы посмотрели на них, да. Ну, давайте еще раз покажу пассивку на Макса. Значит, Макс перезаряжает оружие быстрее, если находится в движении. То есть, получается, перезарядка его при движениях быстрее перезаряжается. Но я пока не почувствовал такого что-то серьезного. Кстати, пассивка прорисована... Именно картинка, как у кольта, по-моему, да. Давайте посмотрим. У кольта такая же пассивка. Да, почти, мне показалось. В общем, так, ребятки. Начинается мой Новый год с новыми пассивками. Ну, честно говоря, разработчики могли что-то и поглобальнее вести, да, на 1 января. Да я думаю, что всем плевать. У кого-то другие заботы, они что там вышло в Brawl Stars. А я, в свою очередь, хочу вас еще раз поздравить с Новым годом, пожелать вам всего хорошего в этом году. Ждите, скоро будет все, новый проект уже создан. Скоро вернусь домой, скоро будут стримы. Просто сейчас праздники. Всем и вам, и нам надо всем отдохнуть от БС, от интернета, от всего этого. Поэтому всех с праздниками. Скоро увидимся. Не прощаюсь, ждите новые проекты. И до новых встреч 2020. С Новым годом. С новым счастьем.